Рассказать о конкурсе правдиво, быстро и не скучно. Никита Бай старательно пишет тексты для «Пеликан Дейли», внутренней газеты конкурса «Учитель года». Издание ежедневное, ожидаемое и читаемое всеми участниками конкурса. А потому сдать статью нужно успеть вовремя. В этом и драйв, и сложность, признается юноша. Ну, во-первых, это, конечно, темп, потому что темп очень быстрый. Нужно узнавать оперативную информацию и сразу же ее передавать. Прям очень быстро. При конкурсе «Учитель года» начал работу детский пресс-центр. Студенты и слушатели школы журналистики могут попробовать себя в деле. Ребята будут выпускать газету «Пеликан Дейли», а также снимать телевизионные новости. Сюжеты будут выходить на официальном сайте конкурса. Всегда на любом конкурсе мы считаем, что должно быть детское жюри и детский пресс-центр, который смотрит совершенно другими глазами, чем взрослые. И на саму систему образования, и на своих учителей. Вот. И, может быть, это будущее звезды журналистики, кто знает. Это первый опыт. Каждый день состав редакции будет меняться, чтобы как можно больше детей поработали в пресс-центре. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.